Богатыри, дерзкие ежи, свет России. К соревнованиям «Вызов» первых ребята готовились не одну неделю. Было время подумать и над названием своих команд. Игры провели на базе городской гимназии номер 79. Сюда приехали ребята из 18 районов области. Участники – ребята от 6 до 18 лет. У движения первых есть одно из любимых направлений – это спорт «Достигай и побеждай». И, конечно же, развитие, физическое развитие наших детей является неотъемлемой частью становления, в том числе и патриотического духа, воспитания дисциплины, ответственности, умению демонстрировать свои лучшие спортивные навыки. Перед основными мероприятиями обязательно зарядка под зажигательную музыку. На открытии игр выступили гимнастки. Далее команды распределили по аудиториям. Кто-то остался в спортивном зале прыгать в длину и подтягиваться, а кто-то отправился играть в вышибалы и баскетбол. Спортивная скакалка. Потому что там было сложновато достаточно, не давали перерыва. Всего организаторы подготовили 13 дисциплин, среди которых были метание мячей, челночный бег, бесконтактное регби, перетягивание каната. Главное для ребят была работа в команде. От слаженных действий каждого участника зависел успех всех. Но бой сегодня заполнился канат. У нас там за первое место был такой момент, прям, где могли проиграть, там миллиметр остался на поражение. Но мы вытянули и заняли первое место. В числе первых в разных возрастных категориях оказались школьники из Кузоватого, Чердаклинского и Ульяновского районов, а также хозяева соревнований ребята из 79-й гимназии. Лучше отправиться на всероссийский этап, который пройдет в Казани в июне. Мероприятие прошло в рамках тематической недели нацпроекта «Образование». Анна Тищенко, Управда ТВ.